В ноябре 1764 года указом Екатерины II была ликвидирована гетманщина. А с меня сегодня рассказ о том, где это, про что это и зачем вообще так сделали. С 1654 года это территория левобережной Украины, которая добровольно вошла в состав российского государства. Гетманщина берет свое начало с восстания казаков Богдана Хмельницкого, и вплоть до правления гетмана Ивана Мазепы все более или менее даже логично там складывалось. Официально в составе российского государства гетманщина называлась Малороссией, имела возможность самостоятельного выбора для себя гетмана, а также большое количество разных других привилегий. Однако Иван Мазепа хорошенько подпортил им малину, и с конца 17 века гетманщина – это территория, доверие к которой падает с каждым днем, и гетманам уже доверять было очень-очень сложно. В начале 18 века было предпринято несколько попыток ограничить права гетманщины, а также, в принципе, ликвидировать такого рода управление, но до середины 18 века все-таки эта система продержалась. В 1750 году гетманом войска Запорожского становится Кирилл Разумовский, который был классическим дворянским балагуром, гулякой, взяточником. Как мы читаем в источниках, вместо того, чтобы управлять этой территорией, он завел итальянскую оперу, французский театр. Разумовский всячески подчеркивал свою независимость от центра, писал свои письма, начиная «Мы повелеваем», «Ты заблагорассудили» и тому подобное. И таким образом, после смерти Елизаветы Петровны, когда Разумовский предложил сделать свою должность пожизненной, тут-то и закрались вопросы. Один из ближайших сподвижников Екатерины II, Григорий Теплов, составил документ о непорядках и злоупотреблениях в Малороссии. В этом документе он в какой-то момент приходит к выводу о том, что в Малороссии процветает коррупция, и для того, чтобы улучшить жизнь малороссийских крестьян, необходимо с гетманщиной потихонечку заканчивать. Точнее, упразднить старые институты гетманства и усилить контроль над этой территорией со стороны центра. Тогда Екатерина восстанавливает в Глухове малороссийскую коллегию, которая состояла из 4 великороссов и 4 малороссов. Председателем стал генерал-губернатор Петр Румянцев, и главной их задачей было решать все дела без взяток. И таким образом, после указа 21 ноября 1764 года, гетманщина Малороссия фактически становится одной из рядовых губерний Российской империи.